В преддверии выборов президента Российской Федерации в актовом зале гимназии номер 3 депутаты Народного собрания Республики Дагестан Якуб Маханов и Ризван Галоев, также представители отдела просвещения Магомед Ариф Дарбишев провели собрание с жителями города. Первым перед собравшимися выступил Якуб Маханов, который обозначил важность участия всех граждан в предстоящих выборах главы государства. Самое главное политическое мероприятие. Я прошу вас принять активное участие. В выборах наша задача объяснить, довести до людей информацию, где, как нужно проголосовать. Для людей, которые не по месту регистрации хотят голосовать в нашем многофункциональном центре, в любой избирательной участковой комиссии можно подать заявку, выбрать, где именно в любой избирательный участок вы хотели бы проголосовать. Поэтому нам очень важен голос каждого из вас. Выбор зависит от нас, поэтому я желаю сделать вам правильный выбор всем и принять активное участие в этом мероприятии. По словам выступающих, проведение выборов и участие в них – это прохождение определяющего этапа ближайшего будущего. Каждый человек имеет право на свой осознанный выбор. Сделать его в пользу достойного кандидата на благо всего народа – это долг каждого жителя страны, отметил в своем выступлении депутат Народного собрания Республики Дагестан Ризван Галоев. На территории Хасавюрта ведется активная подготовка к проведению выборов президента России. На сегодняшний день подготовлено 40 избирательных участков, в которых созданы все необходимые условия. В день выборов будут развернуты ярмарки и творческие площадки. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».